الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня у нас следующая буква, так как предыдущие были буквы у нас схожи в написании, поэтому она будет достаточно легкая, тоже в виде такой чаши с одной точкой снизу, схожей с буквой Та. Во всех позициях, только отличаться одними точками. Буква всегда пишется, ну, кроме точки, над строчкой, поэтому вначале пишется вот так. Она сразу над строчкой, просто я, чтобы вам было... можно другой взять цвет, чтобы было лучше видно. Да, соединение. Так, и если у нас есть соединение в конце, так. Если не соединяется, тогда просто отдельно пишется таким образом. Одна точка обязательно снизу. С согласовками ба, би, бу. Четко произносим согласовки. И эта буква уже на суконе мы ей даем пал-палю, такой резкий звук, чтобы она у нас прослушивалась. При этом важно, чтобы ее не оглушать, так как в арабском языке нету, например, буквы П, но есть Б, АБ, да, АБ, не говорим АБ, то есть не оглушаем, как буква П, или вообще не слышим. То есть в этом случае ее нужно четко произнести. Я вас предостерегала от этого звука или схожего, например, с буквой Я, или других там букв. А в этом случае это необходимо. Ибну, бинту, бейту. Да, мы видим нун здесь, бинту. Не говорим бинету, да, но здесь ба согласовкой. Во второй или какой-то четвертый пример. Бейту. Я, опять же. Здесь я вас предупреждала и предостерегала, чтобы резко не произносить. Я, да? Бейна, ройбу. То есть здесь мы видим с сукуном другие буквы. Вторая строчка. Зейнаб. Вот видим Б, уже с сукуном мы произносим четко. Да? Зейнаб. Бер-бер. Бейром. Эбером. Тут вот Б в середине четко произносим. Эбер. Эберон. Внимательно, чтобы эта четкость не переходила в огласовку. Иногда говорят эберон или эбурем или эберем. Дают излишнее движение какое-то и схожесть с огласовкой получается. Нет. Эбы. Просто рассоединяйте губы. Челюсти при этом дополнительно не открываются, не вытягиваются там губы и так далее. Минбер. Би-эм-рой-ни. Да, видите, мим здесь. Мы придерживаем тоже. Би-эм-рой-ни. Не говорим би-эм-ы, би-эм-ы. Нет. Би-эм-рой-ни. Би-бэй-тэй-ни. Мин-бэ-рой-ни. Зэй-нэ-бэй-ни. Прописывайте, читайте, смотрите, изучайте эти буквы предыдущие. И встретимся, иншалла, с вами на следующем уроке. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва